Миниатюра, которая называется «Курортный роман». Девушка, девушка, погодите, я километр за вами иду, милый, погоди. Что, что? Время сколько не скажешь. 5:30? Спасибо, меня Владик зовут, дай поцелуй, а? Все, прям сразу. Главное, прям сразу. Мы, если хочешь, знаешь, заочно давно с тобой знакомы. Я же вообще писатель, а? Ты писателей не любишь? А режиссеров любишь? Все, тогда я режиссер. Все. А? Мы, знаешь, режиссеры, как мы, если кого встретим, мы сразу, блин, и женимся, и все. А? Мы разлук не переносим. Хочешь со мной на фестиваль поехать, а? Ну, поехали со мной в Рио-де-Жанейро. Поехали со мной в Рио-де-Жанейро, а? Че смеешься? Кто женатый? Кто женатый? С чего ты взяла, что я женатый? Кольцо на пальце? Ты же не в курсе, это палец не мой. Свой сломал. Да ты же не знаешь, я вообще летчик, понимаешь? Была страшная авария, и упал с самолета без парашюта. Сломал палец. Пересадили другой, попался с кольцом. Надо же, а? Главное дело, женатый. Тем в нашем санатории еще не такое про меня наговорят. Что, ты не понимаешь? Счастью нашему не завидует. Еще бы, за моряка каждый хочет выйти. Не веришь? А веришь, что вчера вечером я тебя встретил, всю ночь не спал? Что прямо? Что тебе Наташка сказал? Тебе Наташка сказал, что я ночью не спал? Ага. Что еще сказала? Я всю ночь к ней в окно лез, на третий этаж. Опять контузия открылась. Да ты же не знаешь, я шахтер. И была жуткая авария. И теперь мне все время по ночам кажется, что засыпало. Все время хочется наверх полезть, понимаешь? Чего-чего говоришь, я Наташку хватал при этом? Ну да, она ж куда, я, наверное, ее за отбойный молоток принял. Ну чего, ой-ой, как тебе верить, то летчик, то шахтер. Ладно, все. Тебе скажу, но только тебе. Иди сюда ближе. Нет, вот сюда, вот сюда. Нет, сюда, вот здесь становись. Но только тебе скажу. Договорились? Все. Я секретный физик. Закон Кулона слышала? Моя работа. Я понимаю, ты думаешь, что это курортный роман, что так фигли-мигли. Вот чтоб ты не думала, что для меня это на секунду. Немедленно запиши мой домашний телефон. Нет, пиши сейчас. Домашний телефон 09. Спросишь Владика. Да, адрес обязательно. Я без адреса вообще целоваться не буду. Значит, адрес такой. Узбекская ССР, Киевская область. Успеваешь писать, да? Город Рига, Владику до востребования. Давай. Я не понимаю, что тебе кажется? Ну, что тебе кажется, кажется, кажется? Все равно кажется женатый. Ага. Словам не веришь, по глазам прочесть не можешь. Тебе нужно обязательно документ с печатью, да? Пожалуйста, вот тебе документ с печатью. Читай, что, ну, читай, что написано. Пожалуйста, видишь? Действительно, на сентябрь для проезда в трамвае и метро. Видишь? Покажи, где написано, что женатый. Покажи в этом документе, где написано. Какая Люська? Причем Люська какая-то. Да Люська, мы с ней просто друзья. Мы, знаешь, каких лет с ней знакомы? Просто друзья. Мало ребенок от меня. Я ей как другу какое-то имею значение. Все. Как другу на 8 марта. Небольшой сувенир. Куда пошла? Куда пошла? Будешь себя хорошо вести, я тебе подарок сделаю. Куда пошла? Убежал. Да и черт. Девушка,